программу Кубка мира по греко-римской борьбе, который пройдет в Бакинском дворце спорта 5-6 ноября, внесены изменения. Как сообщили в Федерации борьбы Азербайджана, сборная Сербии не сможет принять участие в соревнованиях, так как у большинства членов этой команды обнаружен COVID-19. Таким образом, в Кубке мира примут участие команды Азербайджана, Турции, Ирана, Кыргызстана и сборная мира. Азербайджану и сборной мира, занявшим места в одной группе со сборной Сербии, будет присуждена техническая победа. Отметим, что на турнире, который начнется 5 ноября, первая встреча состоится между сборными Турции и Ирана. На этот же день запланирована церемония открытия соревнований. Согласно регламенту, победители групп встретятся в финале 6 ноября. Сборные, которые войдут в первую группу, разыграют кубок и золотые медали в финале, а команды второй группы будут бороться за бронзовую награду.